Как измерять давление? Казалось бы, все просто. Берешь тонометр и измеряешь. Но врачи говорят, здесь есть нюансы. Например, на одной руке давление может быть выше, чем на другой. А еще показатели давления меняются в течение дня. Как же понять, какое оно у вас на самом деле? Почему не всем нужно измерять давление каждый день? Как часто это делать людям без гипертонии? И в каких случаях после измерения нужно идти к врачу? Свою инструкцию по измерению давления сейчас составит доктор Мясников.